Сегодня среда, 30 декабря, Данилов день. В день Данила хозяйка печку топила, чтобы тепла на 2 дня хватило. Колина Данила иней, тепло будет через неделю. Темные леса отражаются в низких плотных облаках, погода переменится на снежную и пасмурную. Устойчивый юго-западный ветер предвещает снежную погоду без больших морозов. До Нового года остался 1 день.